В Орленке стартовала смена школьных лесничеств «Лесной подрост». Ее участниками стали более 150 ребят из разных регионов России. Все они победители и призеры региональных слетов всероссийского конкурса и представители школьных лесничеств. Во время смены юные лесники будут заниматься исследовательской и природоохранной деятельностью в области лесоводства, лесовосстановления и лесоразведения. Ребята посетят эколаборатории и экостудии, где вместе со специалистами будут вести наблюдение за природой и обитателями леса, научатся проводить экспертизу, делать выводы и прогнозы. Ребята со всей России приехали сюда, показывают свое мастерство, свои умения, свои таланты, навыки. Эту путевку я выиграл благодаря краевому слету, который проходил несколько месяцев назад. Тогда я занял 3-е место, и меня пригласили на всероссийский слет.